А человек-арт-объект на выставке Филиппа Казака. Все время думаю, Казак он или Казак, но это не важно, что он красиво рисует пространство цвета. Вот здесь такие картинки под Климта, здесь еще какие-то интересные другие картинки. Тут люди друг друга снимают, а вот здесь у нас происходит гораздо более интересный момент. У нас происходят, во-первых, странные гитары, коты, а во-вторых, происходит такая интерактивная картина, на которую вклеен паспорт Российской Федерации. И тут мы узнаем много интересной информации о художнике. Коты, рыбы. Да, это такое, как я уже говорила, возможно, в каких-то других своих обзорах, как вы видели, довольно декоративное. Кому-то может по причине понравиться. Оно довольно прикладное. Оно такое, что его можно вешать в граммах, ну, то есть на всякие разные стенки. И очень приятно будет смотреться все эти хорошие котики. Прекрасные котики, золотые клинтовские котики. В общем, котики – это наше все, и котики, и рыбки, и вот я с котиками и рыбками. В общем, приходите по 21 сентября.